Всем привет! 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 Я на канале Катя. Сегодня у нас видео будет посвящено Angry Birds. Да. Мы недавно смотрели этот мультик в кинотеатре. Нам понравился? Понравился, Катя? Мы теперь знаем всех главных героев, как зовут. Да. До этого мы не знали, да, про Чака и про Терренса. Мне больше нравится Терренс. Больше нравится? Ну, сейчас посмотрим, может, он нам и попадется. Да. Вот, поэтому мы взяли такие вот три Happy Meal в Макдональдсе с игрушками из этой серии, один киндер-сюрприз из этой серии, и еще покажем вам в iPad, как можно играть в программе Happy Meal, да, тоже с Angry Birds. Там новая есть игра. Да? Начинаем открывать. С какого? С этого. Давай, открывай. Давай мне меню. Меню пусть тут посетит пока. Посмотрим, у нас для каждого есть Happy Meal. Видим, не видим. Тяжелое что-то? Открывай, посмотрим. Должна быть игрушка. Ну, что там дальше? Рэп. Давай, показывать будем. Вот такие вот игрушечки. Вот такая вот серия. Это стрелялочки. Вот такие вот стрелялки бывают. И вот написано, как им стрелять. И здесь это у нас рэп, да? Вот, вот такой вот у нас рэп. Давай попробуем их стрелять. Давай. Это вот это надо сбить. Это вот такая штучка, на которую бомб, то есть... Рэп, которую, да, разбил. Да. Ну, чтобы был злой. Стреляй. О, сбил. Молодец. Давай открывай следующий. Что там у нас будет? Это тоже немножко тяжело. Тяжело. Потому что там Терренс будет, поэтому тяжело. Какие у нас стрелялочки. Мама сильно как-то стрельнула, улетел наш Рэд Терренс. Давай я буду открывать. А ты подними, пожалуйста. Подними, пожалуйста, Рэда. Здесь вот такая спинка. Теперь мы правильно сбили. Надо так сбивать, чтобы сбивать только фигурку. А вот это все оставалось. Строение. Опять пойдешь? Доставай, доставай. Хотела еще показать нашу коробочку. Вот такие вот энергетики тут. Вот такие свинки. Вот. И вот здесь вот. И вот здесь вот реклама как раз Happy Studio. Мы ее загрузили. И, в принципе, нам понравилась, да, вот эта вот хорошая игра, стань музыкантом, потом покажем в конце видео. Давай следующую открываем. Вот такую милую. У меня котлетки. Да. Ну, наверное, да, наши любимые куриные котлетки.
желтенькая. Чадно попросим. А где же наш свинка? Вот эту свинку надо еще сюда поставить. Да. Мы для разнообразия взяли один чизбургер. Хотя всегда берем макароны. Здесь вот такая вот. Ничего себе, как настоящий. Посмотри, на. Да, настоящий. А, это что, голодная? Вот такой вот чак. Не совсем получилось, но ничего. Надо так, чтобы подставочка оставалась. Ну, давай теперь откроем, может быть. Ну, положи, потом я попробую. Давай сейчас откроем еще киндер наш. Посмотрим, что там. Это наш десертик. Вот такие вот прикольные игрушечки. Открывай киндер. Ну, это хорошо. Давай, мы с тобой еще. Может, нам девочка попадется? Ну, хотелось бы девочку какую-то. Потому что здесь вот... Бомб опять! Опять бомб? Давай, доставай. Потому что здесь вот есть девочка летающая. И вот девочка летающая. Да, у нас опять бомб. Но тут у нас нету бомба. А в этом уже у нас был бомб, который... А, точнее, он этот, он в боулинг играет, да? Играет в боулинг. Бомб наш. Сейчас покажем, как он играет. Вот такой вот бомб нам попался, который играет в боулинг. Вот такая серия вся. И вот мы его... Вот он. Бомбчик наш. Ну, давай, это уже второй, так нас Катя покажет сейчас, как им играть. Давай, пробуй. Не получается? Да близко, это сильно близко. Вот, глянь, страйк у тебя. Все кегли подбивала. Молодец. Ну а теперь давай, наверное, покажем, какая у нас игра есть в iPad, да, Happy Meal. Вот такое вот приложение Happy Meal. Здесь, получается, описываются птицы и свиньи встречи, как они встретились. Вот. Начало мультика, получается, если нажать, то, получается, разговор птичек можно прочитать. Вот приплывают свиньи, свинья встреча, как Рэд нашел свинок, и вот уже заканчивается, как Рэд ушел с вечеринки. Ну и все. Дальше уже ничего нет, для того, чтобы все-таки смотрели мультик. Просто читали книжечку. Ну а то, как стать музыкантами с Angry Birds, сейчас Катя вам покажет. Стали музыкантами. Играем. Какой, вот это? Давай. Давай, задание сразу. Здесь надо слушать и... Угадать и повторять. На память такая игра хорошая. Угадала, молодец. Молодец. Они добавляются, сложность увеличивается. С каждой игрой. Пиу-пиу.
где-то в середине. Но порядок один и тот же, просто добавляется каждый раз. Кто-то еще. Ну, хорошая игра на память, да? Крайне, да? Да? Все, молодец, и последний. Давай. Давай. Вверх, да? Ой, вниз. Давай, посерединке вот эту давай. Вниз. Вверх, да? Да. Да. И верхушку. И верхушку еще. О, молодец. Давай еще покажем, какая там игра есть. Так, это мы опять ее. Давай вот сюда, Сережка. Давай задание. Тут надо двигать, да, крутить так. Вот так вот, да. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Да. Все равно пишет. У нас должен... Все. Мы так делали, да. Да. И последняя игра с маракасами музыкальная. Здесь тоже нужно повторять. Встряхивать планшет. Это когда нужно. Катя доверила маме эту игру. Один раз сделали. Надо три раза сделать. Ой. Так я же стряхивала. Два раза. Все, три раза. Все, мы это сделали. Ура! Давай прощаться. Пока-пока. Пока-пока. Ставь лайк и подписывайся на канал, если тебе понравилось наше видео. Пока-пока. Пока-пока. А мы пока запускаем птичек. Виня, мама, Катя. Давай, раз, два, три. У-у-у. Веня, Веня. Давай за Веню. Нет, я не могу. Все, молодец, Веня.